мгновенный статус основного крайнего защитника французской сборной. Жиру штрафной уже. Надо забивать второй мяч. Что и происходит. 2-0. Сборная Франции увеличивает свое преимущество. А Оливье Жиру обгоняет Карима Бензема. И таким образом становится единоличным лучшим бомбардиром в истории французской сборной среди действующих футболистов. Сравнялся Жиру теперь с Юрием Джаркаевым, которого тоже 28.